Привет, друзья! С вами Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. После выхода ролика про самодельный пинпоинтер, который может найти даже булавку 100 гесена, меня спросили, а может ли он найти золото? Да, конечно, может. Да, такой пинпоинтер, наверное, всем пригодится. Я решил испытать с его помощью вот такие золотые и серебряные предметы. Сейчас мы это дело послушаем и посмотрим. Чтобы не сильно вмешиваться в работу прибора своими руками, я располагаю золотое колечко на вот такой пластиковой линеечке и слушаем. Давайте погромче включу. Давайте послушаем более массивное вот такое вот серебряное изделие. Без руки. Ну и вот такая вот золотая побрякушечка. Вы спросили, я ответил. Да, этот пинпоинтер может искать золотые и серебряные драгоценности, ну, там, где-нибудь очень недалеко и не глубоко закопано. Сразу говорю, пинпоинтер тем отличается от обычного металлоискателя, что колечко у него маленькое, и он указывает именно точку. Пин – это точка, именно в какой точке находится это маленькое золотое изделие и где оно там скрыто. Да, это не самая надежная конструкция и не крутой там искатель золота. А уж если вы захотите обнаруживать драгоценности как-то издалека и чтобы он глубже проникал, то вам придется намотать катушки побольше. Вот даже больше, чем вот это, сантиметров так 30. По моему эмпирическому заявлению и опыту, я могу сказать, что глубина обнаружения вот такими металлоискателями, низковольтными, всяких там изделий, золотых, бронзовых, металлических, зависит именно от диаметра витка, и как раз вот диаметр витка определяет глубину. То есть, сделали 30 см кольцо, будет на 30 см и заглядывать вглубь каких-нибудь там материалов. Конечно же, если это скрыто под слоем ржавчины там, или электропроводящего какого-нибудь металлического песка, ничего вы не найдете. Но если хотите глубину и сделать настоящий металлоискатель, то колечки надо делать побольше. То есть вот такое маленькое, которое у меня, обнаруживает как раз ту самую точку в середине этого кольца. Есть в этой точке какое-нибудь золото или нет? Допустим, вот такое колечко в середине этого кольца сразу будет обнаружено. Если же вот такая вот платиновая там или серебряная сережка, она тоже будет обнаружена. То же самое касается и вот такого маленького золотого изделия. То есть на этот вопрос я ответил. Но на этом еще не все. Разумеется, многим из моих зрителей после показанного ролика, а тем более, когда я показал всякие драгоценные побрякушки, которые могут быть обнаружены, захочется сделать такой металлоискатель, пинпоинтер. Но в своей схеме я вот показал такой спиленный транзистор, опять-таки он старый, он советский и мало у кого есть. И вот такие вот большие допотопные транзисторы, годятся ли они для изготовления такой схемы? И какие лучше транзисторы использовать, а также как вообще сделать эту схему и подобрать к ней детали, я сегодня чуточку подробнее расскажу. Конечно, я мог бы вам сейчас просто показать эту схему, сказать, сделайте ее точно так же, как сделаю я, соблюдайте все параметры, все у вас получится и у вас все заведется. Но лучше я вам расскажу методику, которой пользуюсь я. Мне нравится конструировать, искать оригинальные решения, и поэтому я собрал на основе этой схемы, которую сам по себе, по сути дела, и придумал, хотя она и называется имкостная трехточка, то что-то мне в этой трехточке не нравится. В частности, мне не нравится здесь светодиод, мне не нравится здесь индуктивность, опять-таки переменные резистор, а так как вот здесь вот всего лишь одна емкость, то какая же тут емкостная трехточка? Хотя позднее вы узнаете, что все-таки там больше емкостей, чем вы видите на самом деле. Итак, чтобы вы могли повторить такое практичное и лиричное изделие у себя на кухне, да, не используя никаких осциллоскопов, осциллографов там и специальных приблуд и приспособлений, мы сделаем проще. Мы сделаем настолько просто, чтобы было даже лысому ежику понятно. Смотрите, я специально расположил детали так, чтобы вам было видно, что куда и откуда идет. И это есть тестовая схема для транзисторов, которые годятся для того, чтобы создать тот самый пинпоинтер или же повышающий джоуль вор. Да, светодиодик у нас тут есть, и он как раз нам служит и индикатором поиска, а заодно и светится от маленькой пальчиковой батарейки. Потребление такой схемы очень
очень маленькая. Испытывал я разные транзисторы, очень разные транзисторы, и легендарные, и мощные, и очень мощные, или наоборот их надо показывать, и самые популярные и ходовые, в том числе я определил, какую надо сделать катушку, и, конечно же, поиск конденсатора занял довольно длительное время. То есть, чтобы найти конденсатор и подобрать нужный конденсатор к этой схеме, именно к этой схеме, никакой другой, мне пришлось перерыть вот всю мою гору разных конденсаторов, разных типов, и обратите внимание, что я даже испытал вот такой вот замечательный конденсатор, который, по сути дела, не конденсатор, а селеновый столб. Замечательная штука, обладающая емкостью. Он не подходит для нашей схемы. А что подходит, вы увидите прямо сейчас. Катушечки медного провода, которые я иногда люблю наматывать для своих радиоприемников и радиопередатчиков, могут быть разные. Вот эта катушка намотана на пластиковые бутылки. Виточек к витку, все аккуратно, красиво, смотрится так изящно. Правда, донышко пластиковой бутылки, ну, весьма такая капризная вещь, зато в нее можно складывать запчасти. Удобная штука, кроме того, что она катушка, это еще подставка под транзисторы и другие катушки. Вот индуктивность этой катушки я вам не скажу, но то, что она рассчитана на диапазон длинные и средние волны, вот это я вам могу утверждать, потому что именно такие радиопередатчики и радиоприемники я собирал и собираю. Так проще, так легче понимать. Вот такая катушка и вот такая катушка смотрятся вроде бы монструово по-разному. Но на самом деле и вот эта катушка, и вот эта катушка годятся для того, чтобы сделать тот самый длинноволновый или средневолновый радиоприемник или радиопередатчик. То же самое касается и вот этой катушки. Да, вот эта катушка, она на средневолновый диапазон. Ну а чтобы, если вдруг у вас нету такого количества драгоценной меди, то вы легко это можете заменить вот такими маленькими дроссельками. Я покажу их крупным планом, чтобы вы могли считать их штриховую маркировку. Кто здесь дроссели? Сейчас покажу. Вот дроссель и вот дроссель. И уже по вот этой штриховой маркировке вы определите их индуктивность, которую я измерить не могу. И хотя измерить ее я не могу, а вот изготовить такие дроссели самостоятельно я могу, просто намотав буквально на пальцы кучу медного провода, можно толстого, можно тонкого, все зависит от ваших возможностей и умелых рук. Ну или же возьмите и распаяйте какой-нибудь блок питания, в котором вот эти вот зеленые маленькие дросселя имеются. Это что касается индуктивности. Теперь мы вернемся к схеме нашей емкостной трехточки и увидим эту индуктивность, как она нарисована. Вот она и есть. То есть вот у нас это колечко. Так, вот так вот давайте положу. Будет очень красиво видно. Так, вот у нас колечко. Вот у нас светодиодик. Вот он здесь. Сейчас я ему стрелочки нарисую, что вот это светодиод. Вот у нас емкость. Вот емкость здесь, емкость здесь. То есть у нас получилась вот такая очень легкая сборка в пайке. То есть мы взяли кольцо провода, два отвода сделали, соединили последовательно светодиод и конденсатор и припаяли по краям эту катушку. Все. Здесь у нас будет подходить плюс от батарейки. А здесь у нас будут подсоединяться коллекторы всех транзисторов, которые мы будем тестировать, да. И еще есть переменный резистор. В схеме он указан. Для того, чтобы правильно эту схему настроить, переменный резистор нужен. Его диапазон в пределах 500 Ом – это вполне хорошо. Лучше для начала использовать более мощный такой резистор. Но, в конце концов, вы можете оставить себе вот такой вот маленький небольшой резистор. Его номинал можно почитать по штрих-коду. Это после того, как вы подберете с помощью переменного сопротивления оптимальный режим работы вашей схемы. Эта замечательная схема буквально 100 в одном, то есть она чего только не может. И вот все любят повышающие преобразователи, и по крайней мере вот только что вы видели, что эта схема работает как повышающий преобразователь, и от маленькой пальчиковой батарейки мы засвечиваем вот такой вот яркий зеленый светодиод с помощью вот такого спиленного транзистора. Светодиод может быть белый, может быть синий, но красный лучше не использовать, особенно старые красные светодиоды. Сверхяркие красные сюда подойдут вполне, но старые красные лучше сюда не совать. Я предупредил, желтые, оранжевые тоже. То есть начните с зеленых, там белый, синий, голубой, выбирай себе любой. А теперь что касается транзисторов. Таких пеленых транзисторов у вас нет. А вот такие навряд ли вы сможете достать. Но мы их сегодня тоже посмотрим и пощупаем. Тем более вот такую легенду, о которой мечтают все любители красивого, четкого звукового звучания. Ну, короче, звуковики-любители очень любят вот такой транзистор. Мы же испытаем и всю вот эту вот легендарную и нелегендарную мелочь, и вот такой вот крупняк. И посмотрим, как оно работает в этой схеме. То есть, что я буду делать? В схеме этой трехточки я определил три точки, к которым я буду подсоединять транзистор. Коллектором, эмиттером и базой. База в эту точку, эмиттер в эту точку, коллектор в эту точку. Это очень удобно. Я специально подобрал вот такие разноцветные провода.
И они ассоциируются. К – красный коллектор, Б – белый база, а вот такой зеленый, зеленый, ну, через букву Э, это эмиттер. Еще здесь есть черный, и если по-китайски черный прочитать, это СЭД. То есть Э – эмиттер, СЭД – зеленый к эмиттеру. Ну и все. А дальше мы прогуляемся по всем этим транзисторам по порядку. Кажется, про конденсатор я уже сказал, что я использовал кучу конденсаторов, подбирая из них самые хорошие. Самые хорошие лежат в диапазоне именно для такой схемы, именно для такой индуктивности, именно для такой радиочастоты и частоты работы этой схемы вот в этом диапазоне. То есть, вот смотрите, конденсатор должен быть емкостью. 500 G указываю не в микрофарадах, а в G, именно так, как это нарисовано на самих конденсаторах. Вот здесь вот на конденсаторе я в статье на Дзен сделаю фотографии крупным планом, чтобы вы могли все это дело увидеть. Вот я надеюсь, держу его не вверх тормашками, потому что мне не особо видно. От 500 G до пятерочки N должно быть обозначение на конденсаторе, где я их взял. Все эти конденсаторы из лампочек экономок, из импульсных блоков питания, из балластов, ну или еще из чего-нибудь. Это ходовые конденсаторы, это не редкость. Про дроссели, ну, то же самое. В тех же лампочках вы можете найти такие дроссели. Или же в блоках питания. Резисторы, ну, с резисторами может быть немножечко посложнее. Но вы их можете сделать даже самостоятельно, это несложно. Это что касается емкости. Ну, и катушку, конечно, я взял и описал. То есть, диаметр 5 см, диаметр провода 0,5 мм и количество витков 35. 5, 5, 35. Легко сделать, легко намотать. Меня просили показать эту схему подробно. Ну, дружище, я не знаю, как там в мой этот канал, как он там, телеграм-канал, засунуть эту схему. Давай я вот так вот подержу на экране, и ты ее срисуешь. То есть, тут все очень просто. Вот она, индуктивность, светодиодик, конденсатор. Вот они, три точки. Спаяли все вместе, а тут уже припаиваем транзистор. Именно вот такого типа проводимости. Я такие транзисторы называю положительными. Почему? У них плюс на базе. Как раз вот от батарейки плюс идет прямо на базу, без всякого резистора смещения. Но его тоже можно ставить. Я делаю очень простую схему, усложнить вы ее всегда сможете. На минус в эмиттерную цепь я поставил резистор. Обычно я в генераторах такого не делаю, но эта схема как раз позволяет использовать резистор именно в этом месте. И скоро выйдет ролик, вы поймете, почему я ставлю именно его в эмиттерную цепь, этот резистор. Он очень хорошо здесь пригождается и хорошо работает. Питание от того уровня, от которого сработает вот этот вот переход, база-эмиттер. Вот когда база-эмиттер срабатывает, это буквально от 0,7 вольта. И эта схема будет работать. Ну что, мы собрали макет. И давайте на этом макете мы транзисторы будем проверять. То есть, вот тут легко, значит, на базе был белый провод, на коллекторе красный и на эмиттере зеленый. Вот давайте мы их отцепим и возьмем, наверное, легенду. Как же нам без легенды? Легенда — это всегда интересно. Это тоже легенда, но его в сторонку. Вот у нас есть легенда. Сейчас я вспомню, где у него эмиттер, коллектор и база, а вы, чтобы не ждали, увидите это сразу. Вот наша схема завелась на старом и легендарном транзисторе КТ-315. Значит, первым по порядку у него идет эмиттер, посередине у него коллектор и беленький база. Светодиодик прекрасно светится в нашей схеме. Схему вы уже насмотрелись, вас от нее уже тошнит. Ну и, конечно же, в радиоприемнике у нас происходит некоторый прием. Ну, его можно показывать, а можно и нет. А почему бы не включить приемник и не послушать? Вот где-то здесь, по-моему. Великолепные звуки, по-моему, где-то там R2D2. Ну, такими музыкальными мы не увлекаемся. Легенда сработала на ура. Работает в большом диапазоне вот этих вот переменных сопротивлений. Но при этом, заметьте, если я сопротивление буду делать слишком маленьким, светодиод начнет светиться более тускло. То есть, ему надо все-таки сопротивление побольше. То есть, поменьше ток потребления, и он работает более эффективно. То есть, сейчас практически на 500 омах светодиод максимально ярко светится при применении вот такого транзистора. Про конденсаторы я уже рассказал. Теперь на очереди транзистор, тоже один из самых популярных, это 2482. Я думаю, вам видно его маркировочку. Тоже прекрасно горит светодиод. Транзистор оказывается достаточно широко диапазонным. Выполнен он по той же планарной технологии. Давайте немножко поездим движком. Но если мы уменьшаем сопротивление, вот уже примерно до 200 Ом в эмиттерной цепи, светодиод светится у нас более тускло, ну и менее ярко. Вот на 500,
На 500 он светится максимально, то есть КПД для такого транзистора у этой схемы будет именно на 500 омах, включенных в эмиттерную цепь. Следующий транзистор, который мы испытываем, это 547. Ну, наверное, C547. Тут я немножечко изменил схему, я добавил в базовую цепь резистор. То есть вывел этот транзистор на режим более эффективной работы, используя точку смещения. Давайте покажу, где она находится. Вот посмотрите, насколько ярко светится зеленый светодиод. При этом ток потребления этой схемы упал до 1 мА. Это очень мало, но при этом светодиод очень-очень ярко светится. Вот здесь у нас транзистор обычно включался напрямую к плюсу батареи, но в данной схеме, чтобы увеличить КПД, я поставил вот сюда еще одно сопротивление. Сопротивление порядка 80 Ом. Ну, это опционально, потому что я испытываю разные транзисторы и разные схемы. Можете этим воспользоваться, если вы это запомнили. А транзистор был 547. C547. Ну, такого же типа проводимости. Теперь я поделюсь с вами совершенно секретной информацией. Вот только что я брал практически любые транзисторы одинакового типа проводимости, подключал их в схему, она прекрасно работает, тра-ля-ля, и все получилось. Нет. Вот эти четыре транзистора прекрасно работают в схеме повышающего преобразователя, и мы видели, как светился зеленый светодиод. Но вдруг мы берем вот такой вот великолепный, блестящий хромированный транзистор со знаком качества, включаем его в схему и... Светодиод не светится, вроде кажется, что схема не работает. Ну давайте, да, я питание забыл подать. Вот. Нет, не светится. Очевидно, или транзистор плохой, или схема не подходит для этого транзистора. Вот для этого здесь и стоял вот этот рояль в кустах, а точнее желтый радиоприемник. Давайте его сейчас включим. И послушаем. Оказывается, генератор-то наш работает, и пинпоинтер в этом случае тоже сработает. Но для такого транзистора эта схема не годится, а точнее такой транзистор не годится для этой схемы, чтобы эта схема работала как джоуль вот. Какой конкретно этот транзистор? Это КТ-809А. Давайте вот так, чтобы блеска не было. КТ-809А. Мощный, хороший, с большими плоскими ПН-переходами, с большой емкостью, но, блин, не срабатывает для того, чтобы светодиод светился. При этом можете хоть какое сопротивление ставить, эффективность не будет. Но генерация при этом, радиогенерация, хорошая. Если я подключу вот этот вот супер-пупер транзистор, маркировочку, я надеюсь, вам его хорошо видно, то есть отличный звуковой транзистор P702A, старенький, со знаком качества, тоже светодиод не светится, но радиочастота при этом прекрасно ловится. То есть схема будет работать даже в том случае, если ваш транзистор не заставил светиться этот маленький светодиод. Имейте это в виду. Но если вдруг вот таких замечательных мощных старых транзисторов у вас нет, то, конечно же, из мощных транзисторов можно воспользоваться вот такими от блоков питания, от импульсных блоков питания. Это очень мощные транзисторы кремниевые. И они точно так же для этой схемы вполне подойдут. Давайте послушаем. Несмотря на то, что в данном случае наш индикаторный светодиодик, увы, не светится. То есть, в качестве того, чтобы эта схема стала джоуль-вором, такие транзисторы к нам не подойдут. Но пинпоинтер, радиопередатчик и даже радиоприемник для таких транзисторов с этой схемой вполне возможны. Один из моих любимых вот таких вот силовых транзисторов со встроенным диодом тоже подходит для того, чтобы эта схема заработала в качестве пинпоинтера или радиопередатчика, но при этом в джоуль-вор она не превращается. Итак, я подробненько рассказал и разжевал, как сделать пинпоинтер, металлоискатель, который будет обнаруживать даже золото, серебро, маленькие колечки. Но все-таки это не просто металлоискатель, который ищет на глубину. Это металлоискатель, который ищет конкретную точку, где находится тот самый предмет, который вам желателен. Ну и, конечно, отличить золото от стали с помощью столь простой схемы навряд ли можно, хотя я подумаю и постараюсь. То, как подобрать транзисторы для такой схемы, и какие транзисторы лучше для того, чтобы получился радиопередатчик, пинпоинтер, а какие транзисторы лучше для того, чтобы получился джоуль-вор или какая-нибудь светодиодная мигалка, я вам показал. То есть, да, вот такие мелкие транзисторы, в том числе и вот такой крупный на 2 ампера, спиленный, они годятся для того, чтобы эта схема заработала и светился светодиод.
Но у всего есть нюансы. Ну а на этом все. Пока и да пребудет с вами электрическая сила. С вами был я, Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. Пока, ребята.